Друзья мои, всем привет! Готовим сегодня с вами картофельное рагу со свининой. Очень люблю это блюдо за то, что готовить его легко и просто, а получается оно очень сытным и вкусным. Для рагу нам понадобится свинина, картофель, лук, морковь, чеснок, приправа хмели-сунели, перец, соль и перчик чили по желанию. Начинаем готовить. Свинину нарезаем кубиками. Маленькими кубиками нарезаем наш картофель. Морковь нарезаем кружочками. Мелко шинкуем лук. И мелко нарезаем чеснок. В чашу для смешивания добавляем воду. Добавляем туда соль, перец и приправу. Хорошенько все перемешиваем. Это будет наша заливка. На разогретую сковородку добавляем растительное масло. Выкладываем туда свинину, лук и чеснок. Немного обжариваем до золотистой корочки. После того, как обжарилось мясо, добавляем в сковородку картофель, морковку и заливаем водичкой с приправами. Хорошенько все перемешиваем. И кладем в сковородку острый перчик. Но это по желанию, для тех, кто любит острое. Накрываем сковородку крышкой. Делаем огонь чуть ниже среднего и тушим час. Подаем блюдо со сметаной и любимыми овощами. Я желаю вам приятного аппетита. Если вам понравился рецепт, буду благодарна за лайк и комментарий. Всем пока!